Интересные высказывания я услышала от корреспондента НТВ. Он рассказывал о прифронтовом Донецке, который Украина якобы страшно бомбила 8 лет. Мы уже почти месяц как находимся в Донецке. И вот за этот месяц я обратил внимание, что у нас ни разу не то чтобы потух, у нас даже не моргнул свет. Хотя здесь были дожди, туманы, ветра. А вот Махачкалу, откуда он родом, никто не бомбит, но там постоянные отключения света. Да, идиотизм российских чиновников страшнее тысячи ракет. В переписке с супругой она мне часто пишет, что включили свет. Света не было весь день, света не было там какое-то определенное время. Интересно получается, а я же вам уже говорила, ну пороблено у них там. Точно проклятие на России этой. Может, яйцом прокатаете? На родине беглого Януковича тоже не сладко. На металлургический завод пришел указ принудительно всех паспортизировать и русифицировать до 1 июля. Или увольнение. СССР, ты добровольно, принудительно. Работники заявили, что рановато. Путин сказал, что интеграция в священную продлится до 26 года, но им закрыли рты. Кстати, это я вам сейчас не только о заводе в Енакиево говорю. Такая ситуация во всех учреждениях, особенно в муниципальных.